Я рад приветствовать всех наших уважаемых гостей. Знакомьтесь, общайтесь, фотографируйтесь и ищите ту самую собаку, которая сегодня уедет вместе с вами домой. Знакомьтесь, это Чижик, он же Пыжик. Вот такой вот пес, ему 2 года. Очень ласковый, вот, да, иногда чихает. Очень любит, когда его чешут. Позвонили из какого-то СНТ, сказали, что объявили отстрел на собачек. И приехали, его забрали, естественно, сразу же. Очень ласковый и нежный со всеми собаками. И кошками даже. Ну и особенно людьми и детьми. Очень хочет найти свой дом и свой диван. Потому что на травке хорошо лежать, а на диване еще лучше. Его зовут Джексон, ему годик в апреле был. Подобрала его перед Новым годом. С улицы машина сбила. Вот, вылечились, теперь ищем маму с папой. Это Робин, мальчик, он привит, кастрирован, воспитан, как видите. Гуляет на поводке хорошо, в машине хорошо себя чувствует, любит детей и даже спокойно относится к кошкам. Это Обри, ей примерно 1,5-2 года. Она не так давно в приюте, очень контактная, очень общительная, молодая, с собаками нормально общается. С кошками не знаю, но, видимо, будет любопытно, надумаем подружиться. В общем-то, к детям все время пристает с обнимашками. Эту собаку зовут Тома. Ей 4 месяца. Порода у нее дворняжка, но, скорее всего, метис. Собака молодая, чистая, не болеет, очень игривая, очень довольно-таки послушная и очень легко дрессируемая к командам различным. Пока, конечно, знают всего 3 команды – ко мне, гулять и кушать. Но это только все в начале, все в процессе. Ее зовут Берта. Берте 2 года. Мы поймали собаку. Собака оказалась беременна. Ждет хозяина своего. Пса зовут Арчи. Ему 3 года. В связи с травмой потерял лапу. Доброжелательный, общительный. Всех любит. Ищет дом. Собачке 3 года. Зовут Рыжуля. Очень ласковая девочка. Очень любит, когда ее гладят. Очень любит внимание. Она попала щенячьего возраста в наш приют. И вот до сих пор ищем хозяев для нее. Гризли была спасена в конце января из перехода около метро «Аэропорт», где она была оставлена неизвестными людьми и замерзала. Сейчас она уже превратилась вот в такую красавицу, и мы очень ждем новую семью для нее. Крис зовут, 2 года, отказались от него хозяева бывшего. Он активный, у нас парень, очень любит игрушки, вкусняшки. Ему нужен хозяин, который знает, как обращаться с большими собаками. Ее зовут Шато Марго, девочке 5 лет. Она очень добрая, ласковая и спокойная собака. Она ищет именно спокойную семью, в которой можно будет подольше поспать, спокойненько погулять на поводке. Питомца зовут Лорд, ему 4 года. В приюте он уже 2 года точно. Хороший, очень ласковый пес, знает некоторые команды. Послушный, но с характером. Надо прям, чтобы была твердая рука. В приюте его все очень любят, он прям там местная звезда. Все собаки с ним отлично ходят, люди все обожают его. Ходит, когда около вольеров его видят и прям влюбляются. Его зовут Бутуз, мы нашли, ему было около 5 месяцев, сейчас ему уже 3 года. Он
он очень веселый, активный, добрый песик, лидер. Это Купер, ему 3 года. Он живет в приюте, ищет дом. Собака-компаньон, собака-друг. Отлично ладит и с человеком, и с другими четвероногими. Плюс ко всему, любит котов. Ее зовут Марго, ей 2 года. Очень спокойная, хорошая, добрая собака. Сегодня гуляю с ней весь день. Прямо удивлен, насколько вот она не конфликтная, не агрессивная. Мася, спинальница, 5 лет. Характер общительный. Спиди-гонщик. На коляске не догнать. Всем, кто хочет поправить свою фигуру, заниматься спортом, должен обязательно пообщаться с Масей. Это Глория. Ей 4 года, она всю свою жизнь прожила в приюте, очень хочет найти хозяина. По характеру она немножечко шебутная, так сказать, альфа-самка, всех у себя там строит в вольере, с кем она живет. Но с людьми зато очень ладит, особенно если ей готовы дать какую-нибудь вкусняшку. Зовут нас Ларс, очень активный, веселый, позитивный мальчик, любит играть с детьми, не агрессивны, ни с собаками, ни с людьми. Здравствуйте, меня зовут Майла. Мне 3 годика. Я очень активная, веселая, жизнерадостная собака. Люблю всех. Собак, людей, кошек. Очень хочу дом. Надоело сидеть в приюте.